Всем добрым людям добрый вечер. Марат, привет. Об инструментах спрашивал меня. Инструменты самые простые. Это гитары SG. Epiphone Gibson SG G310. Она Gibson. Она ультралегкая. Ну, мне удобно. Но, правда, есть недостаток. У нее разбалансирован центр тяжести. У нее немножко гриф тяжелее от корпуса. Но я привык к этому, потому что на легкой у меня позвоночник не очень хорошо работает, ноги не ходят. Заниматься мне на ней легко. Вторая гитара Epiphone Cherry. У нее есть свои достоинства, она сбалансирована. То есть ты садишься, у тебя сразу классическая посадка. Прекрасно. Но ее делали в Китае. Классическая гитара у меня самая обычная Yamaha C40. И акустика у меня недавно купил, ну хорошего они ничего не скажу, плохого тоже, Yamaha F310. Звук мне делает Marshall. А пишу я на самый обычный 12-дюймовый планшет на 2-мегапиксельную камеру. Пока мое состояние, ну, реально не позволяет мне что-то лучшее сделать и сделать видео, потому что больше времени жизни приходится находиться дома на диване. Или на кровати, или на кресле. Музыку я люблю своего возраста и играю за своего возраста. Модного ничего. Ну, я слушаю тяжелую рок-сцену. Я играю ту музыку, которую я любил и которую всегда буду играть. Хочу играть и буду ее играть. Музыку моего возраста. Ну, у каждого поколения есть своя музыка. Такие дела. Всем спасибо. Спасибо, Марат, за добрые слова. Пока.